Пастор Вальдемар hat gesagt, wir dürfen nicht auf einem Platz stehen bleiben, wir müssen weitergehen und weiter lernen. Я хочу сказать, что я приехала в эту школу с одной целью. У меня очень сильно болело. У меня было воспаление желудочно-кишечного тракта. Also ich muss sagen, dass ich in diese Schule gekommen bin, weil ich sehr krank war. Ich habe so Darmentzündungen gehabt und sehr starke Darmentzündungen. Там во Франкфурте я купила CD этой школы и просматривала каждый день. Ich hab in Frankfurt DVD gekauft so und jeden Tag hat angeschaut. У меня было большое желание приехать и тоже пройти этот курс обучения. Ich möchte, ich habe so ein großes Wunsch gehabt, so dass diese Schule zu besuchen. Я не знаю, препятствий у меня было много, но Бог так мне открыл дорогу. Ich habe so viele Hindernisse gehabt, aber Gott hat für mich so einen Weg aufgemacht. Это та женщина, которая 7 часов едет на Цуге сюда. Diese Frau verdient standen, 7 Stunden mit dem Zug. А вы знаете, когда вы едете навстречу к Богу, да, это как одно мгновение проходит. Also das ist 7 Stunden, wie so ganz schnell vergeht, wenn Sie zum Treffen mit Gott fahren. Роза, сейчас только уже время, давайте... Да, я коротко скажу, что пастор Зинаида за меня помолилась. Пастор Зинаида hat für mich gebetet. Бог меня исцелил. Gott hat mich geheilt. От чего? Что у вас там было? У меня воспаление желудочно-кишечного тракта было. Ну я, das ist Entzündung von Darm. Сейчас нету? Сейчас нет, я очень хорошо себя чувствую. На том служении Бог вас тоже помазал. Вы на пару с Ниной прыгали, как мячики. Да, вы знаете, я очень ревностно относилась и думала, всех касается вот Святой Дух, меня нет. Тут уже школа заканчивалась, уже надо было домой идти, и вдруг... Sie hat immer und immer so, sagen so, so gewünscht, dass der Heilige Geist sie berührt wird. Und sie hat gedacht, jetzt die Schule geht schon zu Ende und ich habe noch nichts gekriegt. Я хочу сказать... В течение этого месяца, как вот уже свидетельство. Подождите, договорите. Значит, не крикни, потом в конце служения Бог сошел на вас духом, да? Да, Бог сошел на меня, и я... Und am Ende Gottesdienst, die hat diese Salbung gekriegt, die hat auch wie ein Ball gesprungen, so, und so mit Freude erfüllt, das kann ich bezeugen. У меня такое ощущение было, что Бог мне говорил. Но теперь ты поняла, ты теперь поняла? Ich hab so eine Gefühl gehabt, dass Gott mir lieber gesagt hat, Слава Господу! Поняла теперь, да? Я поняла. Но вы знаете, у меня потом каждый день пошли новые откровения. Und dann hab ich jeden Tag neue Offenbarungen gekriegt. Я поняла, что школа Рафа, она помогает людям... приблизиться к Богу. Ich habe verstanden, dass die Schule Rafa so hilft die Leute näher zum Gott kommen. Учит приглашать Бога, потому что он ждет нашего приглашения. Die lernen, dass wir Gott einladen würden, weil er wartet auf unsere Einladung. И когда мы здесь учимся приглашать Бога, und wenn wir lernen, Gott zu einladen, мы сливаемся с Богом, мы становимся wir werden, единым. Wir werden eins mit Gott sein. Мы духовные люди. Wir sind die geistlichen Menschen. А все, что здесь происходит, лечение физического нашего тела, und was hier geschieht, das ist die körperliche Heilung. Это ничто по сравнению с духовным. Das ist fast nichts, was mit geistlichen zu tun hat. Цель Бога – слиться, невеста и жених. Вы знаете, у меня... Das Ziel von Gott, dass wir als eine Braut und Bräutigam zusammenkommen, geschweißt sein werden. На прошлом занятии было, мне Бог показал, что часы, они знаете, как двигались стрелки, что я не видела цифр, но очень сильно двигались часы. Вы знаете, мы не должны сейчас рассиживаться и каждый раз ждать. Один исцелится, другой исцелится. У нас нету времени, оказывается. Вы понимаете? Dieses Mal habe ich verstanden, dass Zeit läuft so schnell. Und wir haben keine so Zeit, dass eine wird geheilt oder andere wird geheilt. Wir müssen uns eilen. Пастор Зинаида такую большую работу проводит. У нее в руке факел, который зажигает огнем Святого Духа все эти вещи, да, чтобы Pastor... прикоснуться тем неверующим, которые не могут духовно прикоснуться к Богу.
Только через физическое. Pastor Zinaida macht sehr große Arbeit. Die hat ein Fackel mit Feuer, ja, welche entzünden diese Sachen. Und durch diese Sachen und durch diese Menschen, ja, die können, wir können die andere Ungläubige erreichen, welche können nicht durch Geist zum Gott kommen. А знаете, что мне Бог еще открыл? Что каждый, кто прикасается с Богом, получает от Бога печать. Он запечатывает нас, как в консервную банку, наш дух. Ставит печать. И лукавому нас не победить. Он может тело наше трогать, но дух он нас больше никогда не тронет. И как в Откровении написано, что когда он последнюю печать будет открывать, это означает, что он нашу печать будет открывать. И он будет... Штемпель aufmachen wird, Satan wird aufmachen, wird unsere Штемпель. Самое главное в этом будет, когда Бог придет сортировать нас как овец по правую сторону и козлов по левую сторону. Из всех этих больших объяснений это самое главное, куда ты пойдешь, когда Иисус придет, налево или направо. Und von allem das ist so, dass Gott wird dann schauen, auf welche Seite wirst du gehen, wo wirst du gehen, auf links oder auf rechts. И вот здесь мы учимся приглашать Бога. И когда я увидела вот в последнем, на последнем занятии я увидела. Небо открылось. И поток Святого Духа пошел на землю. И он проходил через два обручальных кольца. Вы представляете, какую честь он нам делает через эту школу быть невестой Иисуса Христа? Wow. И вот вокруг зажженные свечи, это мы с вами. Аллилуйя, которых Бог поджигает так, да? Да. Аллилуйя. И еще у меня одно откровение маленькое, я быстро сейчас закончу. Я увидела, как школу Рафа в большом, огромном сердце, которое объединяет разные-разные сердца, разные деноминации, да? Да. И как пастор Вальдемар постоянно читает самые нужные слова из Библии, что купите золото огнем очищенное. Все, кто проходит эту школу, смотрите, Бог нам дает золотые монеты. Это он нас очищает золотом. Аллилуйя. И одну секунду. Я взяла в прошлый раз фотографию с пастором Зинаидой. И я увидела, как на ее голове ангел, смотрите, в виде белого шарика. Видите? Прямо посередине. Где вы это увидели? Wie ein weißes Bällchen über ihre Kopf. Где? Видите? So, ja. Видите? Genau so. Да? Покажите нам. Пустите передачу. Опустите передачу. My God. Вот камеру, да? Все отнесите, я сфотографирую. Куда положить? Понятно. Вы представляете? Бог... Возьмите в руки. Вы представляете, Бог дает нам такую возможность здесь исцеляться. И посмотрите, какой он путь сначала взял. Тело исцеляет, душу, потом газ. И он, посмотрите, как... И даже открыл нам духовные глаза через эту фотографию. Увидеть ангела, который действует.
ein Engel zu sehen, welcher wirkt. Это Бог действует, Святой Дух через пастора Зинаиду, через пастора школу, через пастора Вальдемара. Почему не знаю?